Всем привет! Сегодня я вам расскажу о самом большом автокране Zoom Leon. Поехали! Крупнейшая в Китае и шестая по величине во всем мире компания Zoom Leon, занимающаяся производством строительной техники, недавно попала в книгу рекордов Гиннесса со своей новой разработкой колесным автокраном Zoom Leon с максималкой 2000 тонн. Техника станет лидером в своей сфере как по грузоподъемности, так и по высоте работы. Разрабатывалась она на основе 12-осного полноприводного шасси. Автокран также получил 4 двигателя с мощностью 650, 260, 430 и 150 лошадиных сил. Полный вес автокрана составляет 69 тонн, а телескопическая стрела может достигать 106 метров. Показатели выглядят действительно впечатляюще. Китайские машиностроители занимаются не только большегрузной техникой. В последнее время много внимания уделяется и сегменту внедорожных кранов, конструированных на основе полноприводных шасси. Главной особенностью техники является совмещенная кабина для оператора и водителя. Так, китайская компания недавно представила свой 200-тонный внедорожный кран RT200E, который является лидером по грузоподъемности в своем сегменте. Новую технику создавали совместными усилиями китайских и немецких инженеров. Кран получил двигатель с мощностью 305 лошадиных сил, а также гидропривод для всех колес. За счет маневренного короткобазного шасси техника может передвигаться крабом, причем максимальная скорость техники составит 33 км в час. Телескопическая стрела состоит из 6 секций и имеет максимальную длину 62 метра и консольный удлинитель 81 метр. На сегодня все. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о самом большом в мире карьерном самосвале. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!